И главное, что никто никогда не догадается о моих маленьких слабостях. Куда же она запропастилась опять? О, бабушка, а где ты была? Я тебя давно ищу. Где была, там меня уже нет. Что ты хотел, Балди? Я сделал уроки. Можно я посмотрю Ютуб? Нет, никакого Ютуба. Знаю я, что ты там смотреть будешь. Всякие глупые мультики с тупыми шуточками. Умнее от этого не станешь, Балди. Поэтому иди и еще поучи уроки. Математику, к примеру. Не люблю я математику. И вообще, я устал от этих уроков. Я хочу каких-нибудь развлечений. Мне надоело все время учиться. Каждому человеку необходима дисциплина. Иначе не будет с него никакого толку. Живо ступай делать уроки. Куда же бабушка опять пропала? О, бабуля, а я тебя ищу по всему дому. А что это за дверь, из которой ты вышла? Куда она ведет? Эта дверь никуда не ведет. И я тебе запрещаю проверять, что за ней находится. Ну, если она никуда не ведет, значит, там ничего нет. А если там ничего нет, зачем запрещать? Тем не менее, я тебе запрещаю туда заглядывать. Категорически. И вообще, пора ужинать. Иди мой руки и живо за стол. А что будет на ужин? Что-нибудь вкусненькое? Учишь тебя, учишь, а толку нет. Все вкусненькое, это все вредненькое. А я хочу, чтобы ты вырос здоровым мужчиной. Чтобы потом заботился обо мне. Поэтому кушать ты будешь исключительно полезную пищу. Салат из рукколы. Пареная фасоль со спаржей. Фу. Не фу, а ням-ням нужно говорить. Бабушка, а ты сама эту еду кушаешь? Я что-то ни разу не видел. Когда я ем, я глух и нем, как говорится. Так что не болтай и ешь. Вернусь, проверю. Как же интересно посмотреть, что за этой дверью. Как говорится, запретный плод сладок. И действительно, не запрещала бы бабушка заглядывать туда. Я, может быть, меньше был озабочен этим вопросом. Но все же я не осмелюсь сделать это. Уж больно бабушка строга была. О, да ведь это же Салли Крамсали. Пойду с ним поздороваюсь, пока он не ушел. Привет, Салли. Привет, Балди. Ты пришел ко мне в гости? Да вот, прогуливался по лесу, размышляя над своим расследованием, которое я веду. Ты же знаешь, на свежем воздухе в тишине лучше думается. Ну и забрел сюда. Как у тебя дела? Твоя злая бабушка тебя не обижает? Она по-прежнему держит меня на одних овощах и не разрешает смотреть телевизор. Обидно это слышать. Видать, твою бабушку не переделаешь. Она просто повернута на здоровом образе жизни. Знаешь, Сал, она в последнее время себя подозрительно ведет. Стала пропадать куда-то надолго. А когда я спросил ее, куда ведет дверь на кухне, она ушла от ответа. И строго-настрого запретила мне туда заглядывать. Я подозреваю, что твоя бабушка скрывает от тебя какую-то тайну. Было бы интересно узнать, какую. Ну так давай расследуем это дело. Я боюсь бабушку. Она рассердится, что я заглянул за ту дверь. Да брось. Идем разберемся, в чем там дело. Вдруг там что-то очень серьезное. И твоя бабушка замешана в каком-нибудь злодействе. Тогда мы ее прижмем к стенке, и, возможно, она станет к тебе лучше относиться. Ладно, идем. Вот эта дверь. Замка нет. Отлично. Тут еще одна дверь, но она закрыта. Смотри, Сал, в стене окошко. Это какой-то тоннель, который ведет вниз. Получится туда спуститься? Я боюсь. Ладно, я сам полезу. Салли, как ты там? Ты сильно ушибся? Молчит. О нет, что же теперь делать? Это была плохая идея лезть в этот тоннель. Может, позвать на помощь бабушку? Бабушка, я как раз шел к тебе. Тут такое дело, как бы это сказать. Что произошло?
Кажется, я потерял сознание при падении. Ого, да тут целая куча костей. Так, что произошло? Чего ты молчишь? Как бы это сказать? А ты случайно не проверял, что там за дверью? А? Нет, что ты, ни в коем случае. Я хотел сказать, что сейчас буду кушать. Я просто ждал, когда овощи остынут. Смотри мне, и не вздумай даже. Давай кушай, чтобы все съел. Приду проверю. Фух, не решился признаться ей. Пойду проверю, как там Салли. Салли, ты там? Да, я тут. Все нормально, не переживай. Тут целая гора костей, Балди. Мне все это очень не нравится. Я подозреваю, что это неладное. От моей бабушки можно всего ожидать. Может, давай лучше вызовем полицию, пусть они разбираются. Не гони лошадей. Сейчас я проверю, чьи это кости. С помощью своего прибора, который засекает и визуализирует зоны паранормальной активности. Да тут целое стадо. Кто-то может сказать, что тут произошло? Вообще-то мы животные, а животные не умеют говорить. Я знаю, но с вашими призраками я могу общаться. Так что с вами произошло? Нас съела старуха. Но она вроде не ест мясо. Придерживается вегетарианского питания. Ага, еще как ест. За обе щеки уплетает. А где она это делает? Вверху комнатка есть. Вот там и слопала нас потрохами. Ух, обжора. А вы не подскажете, где ключ от этой двери? Да запросто. Он висит над дверью. Как оригинально. Балди, там ключ над дверью висит? Да, висит. Отлично. Тогда подожди меня, я сейчас вылезу. И мы проверим, что там скрывает твоя бабушка. Ого, да тут целый продуктовый склад. И как раз все то, что бабушка не разрешает мне есть. Она тебя поучает, а сама ест все, что захочет. Смотри, тут даже компьютер есть. Он, кстати, включен. Твоя бабушка YouTube смотрит. Канал Хихихаха. Вот видео. Хихихаха, хихихаха. Ха-ха-ха-ха. Хихихаха, хихихаха. Что за тупость? Да ты погоди. Наверное, сейчас какая-то шутка будет. Я же говорил тупость. И это смотрит твоя бабушка. Причем один и тот же ролик каждый день. А мне главное запрещает. Что тут происходит? Это лучше вы нам расскажите, что тут происходит. Если кого-то чему-то учите, то вы должны сами служить хорошим примером. А говорить одно, а делать другое так не годится. Ладно, дети, вы меня раскусили. И чтобы уладить как-то этот конфликт, я буду иногда баловать Балди чем-то вкусненьким. Так и быть. Еще хочу YouTube смотреть. Ну хорошо. Полчасика в день. Нет, час. Договорились. То-то же. Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Катя Плейверевка, привет. Электровел, привет тебе. Сатарин Александр, привет. Бурпур, привет. Джелизис Мэпс, привет. Илюша, не скажу, привет. Анимация Стикмена, привет. Лего Мастер Павел Егоров, привет. Арт Оги и Оджи. Макс Класс, привет. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. И
пишите в комментариях свои приветы, а также делитесь с друзьями в соцсетях этим каналчиком или видосиком.